для того, чтобы практиковать свободу, а для того, чтобы ее защищать. Да, то есть свободная жизнь, она после войны начнется, когда уйдут хуйцы, которые пришли вас всех убивать в пизду. Да, тогда можно будет там свобода, там гей-парады на всех площадях сразу ебануть. А пока что это имеет смысл временно как бы прикрыть, прикрутить вентильки и так далее. Единственный, кстати, способ, как сделать так, чтобы государство не могло в итоге оставить себе всю ту авторитарную власть, которая у него, значит, безграничная, накопится в ходе войны, это выдать населению оружие, что, собственно, Зеленский сразу же и сделал. Не знаю, специально, может, он как бы такой офигенный, действительно суперклассический либерал, или он нечаянно это сделал, ну вот как бы да. Надо было больше выдать народ населению оружие, конечно, но что есть, то есть. Значит, так что как бы, да,